О чем вы с Оминисом говорили? Он ведет себя как ребенок. Судя по всему, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Оминис заявляет, что в нем практиковали темные искусства и даже приближаться к нему не... А я напомнил ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скриптории мы найдем ответы. Оминис прав. Опасно связываться с темными искусствами. У людей слишком узкое представление о темной магии. И мраксы отлично в этом разбираются, намного лучше других. Пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Оминиса касается только его. Я понимаю. Можешь не рассказывать, если не хочешь. А я бы на твоем месте уже выспрашивал подробности. Мне слегка любопытно. Не то чтобы совсем неинтересно было. Если хочешь рассказать, можешь мне довериться. Оминис научился темной магии у своих родителей. Ты знаешь заклятие Круциатус? Как действует заклятие Круциатус? Круцио, также известное как пыточное заклинание, вызывает у жертвы мучительную, невыносимую боль. Его родители и старшие братья мучили маглов для развлечения. Оминис назвал крики жертв душераздирающими. Однажды в детстве ему впервые приказали использовать заклятие, но он не смог себя заставить. В наказание кто-то из семьи наложил это заклятие на него. Боль была нестерпимой, и когда они снова потребовали использовать заклятие, он сдался. Сколько бы я ни убеждал его, что выбора не было, Оминис так и не простил себя. Это ужасно. Бедный Оминис. Он же был совсем ребенком. Ему не в чем себя винить. После этого случая разрыв между Оминисом и его семьей продолжил расти. А потом появился я. И теперь он проводит время, если не в Хогвартсе, то в Фелдкрафте вместе с нами. Оминис доверяет мне. И все-таки иногда ко мне прислушивается. Напомню ему об этом, когда продолжим разговор о скриптории. Жди от меня сову. Новости будут очень скоро. Я заставлю Оминиса понять. Он передумает. Ривелио! Что вы затеяли на этот раз? Не уверен, что смог бы тут жить. Ривелио! Ага, видимо, это ты, друг Александры.
Конфринго! Дефинго! Очень жаль, но тролль угрожал спокойствию деревни. Ривелио! Ривелио! Вы же не столкнулись с моим троллем? Дело сделано, Александра. С троллем покончено. С моим троллем? Неужели? О, не знаю, что и сказать. Спасибо вам. Жаль, что для него все так обернулось. Тут ничего нельзя было поделать. Он не поддавался обучению. Более того, он пытался меня убить. Надо же. Слава богу, вы в порядке. Вы так храбры. Жители деревни уже успели придумать прозвище для того, кому удастся победить моего... То есть, того тролля. Звучит как кто-то там... троллей. Гроза? Да, именно. Полагаю, теперь вас так величают? Мне надо побыть одной. Но я искренне благодарна вам. Thank you.
Гроза троллей. Ну, думаю, это заслуженное прозвище. Ривелио. Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Любопытное место. Ривелио. Ривелио. Какой-то. Ривелио. Акцо. Инсентия. Акцо. Инсентия. Дефинда! Ривелио! Well, if we're talking beasts, it's the Nif... Что это было? Акцо! Инсейн! Похоже. Иди сюда, шишу! Левиоса! Дефинда! Поступать так с без... Ривелио! Алахамора! Ривелио.
Левиоса! Ревелио! Акцо! Вингардиум Левиоса! Ревелио. Акцо. Вингардиум Левиоса. Инцендио. Нужно здесь осмотреться. Ревелио. 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 Алахамора. Ревелио. Инсенти. Дефинс. Акцо. Инсенти. Ревелио. Ревелио. Эй! Тут кто-нибудь есть?
Эй! Из этого колодца доносится чей-то голос. Вы не могли бы мне помочь? Там кто-то есть? Там? Я, извините, здесь. Здесь есть только я. Какой-то бездельник швырнул в меня кусок пергамента, и тот застрял. Не могли бы вы его достать? Похоже, это какая-то карта. Надеюсь, эта карта послужит вам лучше, чем мне. Да чего приятная неожиданность. Ривелио. Ты за это заплатишь! Ривелио. Очередного недоучки. Все вздрагивают, когда встречают меня в верхнем. Ривелио.
Акца! Не терпится рассказать об этом Себастьяну. Подумать только, Ривелио! Ривелио! Thank you.
Какая приятная встреча, мой юный друг. Ривелио. Я хорошо умею считать деньги. Ривелио! Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Испытание Мерлина ни с чем не спутаешь. Ривелио! Люмос! Ривелио! Текунсо! Люмос! Ривелио! Люмос! Не так уж и сложно, Мерлин. Акцо! Ривелио! Ривелио! Люмос! Ривелио! Текунсо! Конфринго! Ривелио! Thank you.
ставки на драконьи бои. Лучшее решение в моей жизни. Ривелио! Пора проучить кое-кого! Можно покормить существо. Я выбираю второе. Сто лет возле Крэккрофта стоящей добычи не находил. Кто придет по мою душу, я их заколю как штрих-хвост. Ривелио. Ого, сейчас развлечемся. Петрификус Таталус. Ривелио. Сильнее всех на земле. Я крадусь, словно смерть. Петрификус Таталус! Амплизо! Больно было, наверное. Акцо! Ритус! Дефиндо! Ритус, Атеко! Амплизо! Это все, что ты можешь! Инсендио! Рёста! Я буду наблюдать, как в твоих глазах гаснет. Акта! Дефиндо! Инсенди! Амплизо! Ну что, смелости поубавилось? Левиоса! Левиоса! Дефиндо! Акта! Чтоб тебя! Ривелио! Берется! Так и знала, что найду! Акцо! Алахамора! Ривелио! Ривелио!
Ривелио! Инцендия! Ривелио! 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 Инцендио! Ривелио! Ривелио. Интересно, кто тут жил? Ривелио! Ривелио. Что вам сегодня нужно? Спасибо за покупку.
Приятно было повидать. Ривелио! Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Ривелио! То, что я браконьер, вовсе не означает, что я не люблю существ. Мы раньше держали дома жмыра. Я рыдал, когда... Уверен, что Амид здесь бывал. Ривелио! Ривелио! С виду приятное местечко. Полезная эта вещь, ваше руководство. Варамшери, браконьеру нечего ловить, кроме пауков. Аллахомора. Ривелио. Ривелио.
Ривелио! Ты теперь моя домимаска. Ривелио! Дефиндо! Алахамора! Ривелио. Ривелио! Интересно, кто тут живет? Здравствуйте. У вас найдется минутка? Да, но боюсь, что не более того. Лавка отнимает массу времени. Я новая владелица. Индира Вульф. Вы не слышали свежих городских сплетен? В окрестностях бродит бешеная топиройка. Она агрессивная и отличается своеобразным окрасом. Из-за нее жизнь в Питнафорде стала невыносимой. Вот бы какой смельчак с ней разобрался. Не расскажете побольше о себе? Ой, я так давно не говорила, что уже и забыла, как это делается, так что заранее прошу прощения. Мой отец не так давно покинул этот мир, и с тех пор я с головой погрузилась в дела. Я и не подозревала, сколько в лавке работы. Склад, уборка, посетители, счета, и это, и то, и сё. Расскажите о своей лавке. Лавки в Хоксмите, разумеется, выглядят получше, зато у нас есть свой деревенский шарм, которого не отнять. Мы торгуем продуктами животного происхождения для зелий. Кое-что не так легко найти, и всем этим теперь занимаюсь я. А что у вас можно купить? Вы ищете что-то конкретное? Именно то, что нужно. Спасибо! Спасибо, что зашли. Надеюсь, не в последний раз. Ривелио! Ривелио!
Какое сказочное место! Неужели это испытание Мерлина? Что ж, ну вот и все. Ревелио! Ревелио. Не уверен, что смог бы тут жить. Ревелио! Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Ты пусть!
Ревелио! 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 С виду приятное местечко. Ревелио! Ревелио! Левиоса! Акция! Дефенда! Ревелио! Броу славится тем, что кто-то из жителей держит тролли у себя дома. Ревелио! Ревелио!
Ривелио! Ривелио. Ривелио! Я тебе так скажу. Хогвартсу повезло, что он защищен за спиной. Ривелио! Ривелио. Что вам сегодня нужно? Приятно было повидаться. Дик думает, что вы должны гордиться приготовленными зельями.
Интересно, кто тут живет? Еще раз спасибо вам за то, что... Приятно видеть вас снова. Взаимно. Что вам сегодня предложить? А что у вас можно купить? Что вы сегодня ищете? Спасибо, что зашли. Весьма признательна. Какая приятная встреча. Ривелио. Ривелио! Ривелио!